Так, сегодня у нас 25 июня 2012 года. Вот как теперь выглядит наш 13-й райончик. Мы пришли почтить память. Что поделаешь. Вот так вот все тут обделали. Негативно. Какая сегодня погода? Говно. А зимой зашибись. Я отвечаю. Не, реально жарко вообще. Вы даже видите, как нам уже отпекло все мозги. Они вот так вот вытекают и плавятся. Слышу, сейчас ветерок. Чуть-чуть. Прошел. Ветер. Так, и мы вышли потрениться куда-нибудь, но реально жарко, реально лень что-то делать. Вообще кайфоломка такая жесткая. То, что трениться мы не будем. Да, кстати, хороший день. Так, ну сейчас не знаю, что-то поделаем, если что-то найдем, и, может, что-то даже заснимем. Во! Сейчас... Так. Пришли мы в такое офигенское местечко. Помутить тут. Ух ты, тут даже кто-то плавает. А вон там вон радуга. Маленький водопадик тут такой. Видосы, видосы. Блин, жарко тут, нереально. Раи, тик-так, кэта. Красава. Короче, ситуация обстоит так. Мы хаваем в местной кафешке. Жара на улице, жара. 100 градусов. Как она выглядит, какие-то люди ходят, вот. А вон их ноги? Да, которыми они ходят. Короче, мы сейчас доедаем. Ой, где Фокс? Сейчас, фокусируемся на нашей вкусной, блин, где Фокс? Слишком близко-то. Короче, пофиг. Вот, доедаем вот эту еду и идем тренироваться. Надеемся, да? Мы же будем фрираннить, как у тебя написано на шапке. Адель не хочет. Прям как я. Потому что жарко. Прям как я не хочет. Ну ладно. Мы заставим друг друга. Да, потому что жарко, тренинг нереально, я не хочу фигня. Не, ну мы заставим друг друга тренинг. Я тебя заставлю, ты меня. Нет, кого мы обманываешь?